Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Land Rover Evoque 2011 года выпуска, 2.2 дизель, полный привод, автомат. Пробег на автомобиле 92 тысячи километров. На этом автомобиле я сегодня заменю дворники передние. Сложного в этом ничего нет, но бывает у людей возникает вопрос, как их сменить. Вот дворник, вот фиксатор, нажимаю фиксатор и дворник выводим вперед. Меняется еще проще, чем разъем R. Использовать будем Valio. Маркировка его идет. Где же? Щетки Valio 577-814. И еще у нее идет VM-814. Land Rover Evoque. Здесь в комплекте идет две щетки. Вот так вот они упакованы. Разъединяем, фиксаторы снимаем. Транспортировочные. Щетки разные. Водительская у нас длиннее, пассажирская у нас короче. И берем, защелкиваем обратно, нажимаем этот разъем. Все, дворник зафиксировался. И также со второй стороны. Также этот дворник. Нажимаем фиксатор и выводим его из зацепления. Садится туго. Немножко прилагать надо усилия. Дворники Valio хорошего качества, тем более это сделаны именно по модельно. Буквально 2 минуты и дворник заменен. На этом все. Всего вам доброго.